Всем привет! Сегодня 28 апреля, во дворе весна, вот такая красота у нас. Можно доставать самки обратно. Здесь у нас птички. Попросили сейчас меня там советы на продажу, которые будут самцы. Вот, вот этот самец в долине вот, будет красноголовый. Поет вовсю, все. Шесть или семь месяцев, не помню. Точно надо смотреть, там где-то записано. Будет вот точно такой же, только грудь будет синяя. Отсюда самка вот эта взрослая, долине красноголовая. Самец. Вот это 100% самец, оранжеголовый, у него пеньки полезли на голове. Видно, не видно на камеру. Сейчас особо времени нет заморачиваться. Так, самка красноголовая, молоденькая, где-то летает. Вот у нее тоже на щенке. Сидит вот на щеке у нее красные пятнышки. Предположительно, что это самочка. Потому что вот самцы, они все уже начали петь. Вот еще самочка. Вот у нее с левой стороны пятнышки полезли красные. 100% тут красноголовый. Такой вот самка или самец. Но мне кажется, что это самки будет. Потому что они не поют ничего. Вот, все линяет. В большом вольере все содержится. Летают здоровые. В воскресенье вот этих всех прокапал стронгхолдом. Этих я месяц назад капал. Даже может больше. Короче, до сентября можно не трогать. Все, всем пока. Убежал я на работу.